Даниэль! О, Патрик, как насчет обеда? С удовольствием, и с Эммой познакомитесь. Надеюсь, ты не приглашал его с новой девушкой? Нет, ну что ты. Этот ублюдок бросил мою лучшую подругу, без тени сомнений. Добрый вечер. Рада встрече. Очень рад встрече с вами. Не понимаю, как он мог бросить такую изумительную женщину ради этой 30-летней малолетки. Думаю, это было не так уж и сложно. Не поняла, что? Что? Что ты сказал? Ничего. Летом мы отправимся на Ибицу, вы можете присоединиться. Расположиться вокруг бассейна, в купальнике. Я не могу больше ждать. Он не может остановиться. Извините. Я сказала, он не перестает говорить. Я люблю слоеные пирожные. Вы ненасытные. Абсолютно. Шоколад начинает таять. Эй, куда вы пропали? Давай уедем куда-нибудь. Живем один раз. Она несла в себе обещание сумасшедшей жизни. Может быть, безответственной и легкомысленной, но яркой и удивительной. Даниэль, ты с нами? Конечно, конечно. Ну и как тебе, Эмма? Жизнь подает знаки, и надо за ними следить. Что? Я не могу понять, что ты делаешь? Да что я такого делаю? Я ничего не делаю. Что? Ничего. Он пришел к нам просто поужинать вместе с женщиной, которую я люблю, то есть которую он любит.